И вернемся ко Дню знаний. Сегодня его отметили не только в школах, но и в вузах. В Краснодаре торжественное построение первокурсников прошло в старейшем учебном заведении края – Кубанском государственном технологическом университете. Вуз был основан в 1918 году. Сейчас там обучаются около 25 тысяч студентов. Насколько я знаю, он один из лучших на Кубани, он один из лучших в России. Здесь есть та специальность, которая меня заинтересовала еще с самого начала. И я целенаправленно готовилась для того, чтобы поступить в этот университет, на эту специальность. Поступить, да, это радость большая для меня и для моих родителей. Сегодня для студентов факультета строительства и управления недвижимостью был открыт новый корпус. Четырехэтажное здание строили в том числе и бывшие выпускники учебного заведения, а теперь уже профессионалы своего дела. После того, как была перерезана красная лента, первокурсники и гости отправились знакомиться с новыми аудиториями.